Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы рассказываем вам о древнем мире. Я Ольга Томашевич. Тема выпуска «Грамотная элита. Основа стабильности древнеегипетского государства». Ключевой фигурой древнеегипетской цивилизации был не обожествленный фараон, не храбрый воин, а грамотный писец. Образованные люди составляли чиновничий аппарат, организующий всю жизнь и все необходимые работы в стране. Значение образования понимали и сами древние египтяне. Один из выдающихся древних мудрецов, Птахотеп, говорил об образовании как основе хорошей карьеры. В так называемых школьных текстах, их использовали для обучения школяров, говорится о значении писцов просто и четко. Он руководит всеми работами в стране и не обложена налогами работа его. Должность писца прекраснее всех других, ибо возвеличивает она, и искусный в ней становится вельможей в столице. До нас дошли не только многочисленные школьные поучения, но и изображения писцов. В гробницах вельмож Древнего Царства на рельефах мы видим их исполняющими различные работы. Они наблюдают за сбором урожая, учитывают все произведенное в стране. Они присутствуют при наказании нерадивых работников. Иногда изображаются целые офисы. Несколько писцов сидят, склонившись над папирусами, а запасные ручки лихо заткнуты у них за уши. Времени нет, чтобы искать другое перо, а за ухом оно всегда наготове. В надписях, рядом с этими изображениями на рельефах, сыновья вельмож гордо именуются писцами. Да и сам хозяин гробницы, обладатель множества почетных титулов, обязательно хотел, чтобы титул писец был среди них. Иногда в гробницах пишутся целые автобиографии вельмож. В них нет привычных для нас «родился», «женился». Это описание служебной карьеры, жизни за царя. Но порой среди этих формальных достаточно биографий случаются характеристики личных качеств вельмож. «Я давал хлеб голодному», «воду жаждущему», «одежду нагому», «я указывал путь сбившемуся с дороги». «Из-за меня ни один человек не провел ночь без сна». «Я был любим отцом и хвалим матерью», «почитаем братьями и сестрами». В должностных инструкциях для самых верховных сановников говорится о необходимости внимательного отношения к просителю, причем не допуская того, чтобы пришедший последним был выслушан первым. В образе писцов вельможи желали пребывать вечно. Это самый популярный вид статуи, не считая семейного. Ведь только за этой работой вельможа мог быть изображен, ни за какой другой. Потрясающими инкрустированными глазами смотрят на нас писцы, сидящие на скрещенных ногах по-турецки, прямо на полу или на циновках. Так их изображают статуи в Каирском музее. Таков и знаменитый луврский писец, воплощение чиновничьего идеала. Плотно сомкнутые губы не выдадут неуместного замечания. Внимательные глаза предвосхитят любое желание начальника. А неожиданные при аскетичном типе лица жировые складки на теле говорят нам о безбедном существовании этого человека. Образ сидящего с развернутым свитком папируса на коленях человека стал символом мудреца в Египте. Именно так бронзовые статуэтки первого тысячелетия до нашей эры показывают нам великого Имхотепа, который еще в 27 веке до нашей эры создал великолепный погребальный ансамбль царя Джосера с замечательной ступенчатой пирамидой, первой пирамидой Древнего Египта. Другой обожествленный мудрец, Аменхотеп сын Хапу, был верховным сановником царя Аменхотепа III и спроектировал великолепный Луксорский храм, а также поминальный храм царя с огромными статуями, которые вошли в историю как колоссы Мемнона.
Хорошо образованный писец должен был разбираться во многих сферах. Он должен был хорошо читать тексты разных времен, ведь за 3000 лет истории Египетского царства и язык, и письменность изменялись. Писец должен был разбираться и в математике, и в географии, учить иностранные языки. Писцу есть чем гордиться. Благодаря таким, как он, огромная страна действует как одно тело, сердцем и мозгом которого является фараон. По египетским представлениям, чиновники действовали как части тела царя. Кстати, его величество тоже обязательно учился. В поучении для Гераклеопольского царя Мерикара говорится: «Будь искусным в речах, и сила твоя будет велика. Слово сильнее любого оружия». Одна из главных причин поразительных достижений и устойчивости древнеегипетской цивилизации – образованность правящей элиты, чиновничьего аппарата. Образованность, которую действительно уважали и, соответственно, высоко оценивали. Всего вам доброго! Смотрите нашу программу «7 дней истории». Сегодня мы рассказывали вам о древнем мире, а завтра вы узнаете о событиях, произошедших в средневековой Европе.